Поехали. Следующий раунд 32. Yeah, I am losing hidden tokens because this game is fucking broken. For some reason you're losing two tokens per round sometimes in Eden. I have no idea why. It's like global problem with this game. So yeah. I guess it won't be fixed anytime soon. But I think it's fine because I will probably have one token anyway, like in Zen, because you can get negative tokens. So if you like beat at leaves, you will always have one token in the end. I think it should be fine. We will see like pretty soon if I will keep going like with Eden streak. I guess like in 2 weeks, maybe even before that. We will see how it works. I don't think it's intentional, I think it's a bug. I think Zemiel decided to like post that in the box finally. So it's probably not intentional. Ну, если токен окончается, очевидно, мы делаем какой-то другой стрик. И нахуй и Дэна, видимо, пока что. Потому что я не хочу играть на этих, блядь, ебаных сейвах, где миллион токенов или 4 токены. Я такое не люблю. Я все же люблю играть по-человечески. И да, наверное, будем делать Tainted Lost Streak. Лол, нам дали розари. Нормально. Наверное, на Альтласте будет стрик или Random Tainted Streak. На другом сейве, возможно. Чисто вайбить. Это посмотрим. Это еще надо нужно дожить. Лост я бы хотел попробовать, типа, этот лоста в час побегать. Потому что он стал поинтереснее. Он типа жесткий, но там пулы все-таки чуть-чуть получше. Да нет, лост вполне играбелен, почему? Нормально, можно на лосте играть. Нормальный лост. Просто нужно не терять ли балла. Просто не получай по лицу. Все просто. Так, у нас Баттербин и Розари. Баттербин, Розари, таких вроде не было. Никто не выиграл. Опять я всех выиграл. Ура. Поехали. Опять хороший старт, опять скучный ран. Блин, стрики реально будто стали скучнее. Я ощущаю, что раньше стрики были хуже на Эдене. Ну, в смысле, они были более сложными в среднем. Удивительно, я думал, наоборот, будет хуже, потому что, типа, все эти изменения, что, типа, пула айтемов немного испортили. Ну, хотя, как испортили? Типа, сделки стали, может, чуть хуже дьявольские. Типа, пулы сундуков, по факту, стали лучше. Статы стали на старте лучше, потому что у тебя больше не может быть 19 тердилея. Они сделали там, ну, в пересчете, вроде, там, то ли 15, то ли чуть больше, чем 15, вроде. То есть у тебя больше не бывает 2,5 дэмэдж, 1 хп, 0,85 скорость, 19 тир дилей старта больше не может быть в принципе в этой игре на Едене. И это на самом деле охерительное изменение. Это сильно бафы, потому что 19 тир дилей, 2,5 дэмэдж, это очень плохо. Это было очень плохо, когда это прохало. Это прохало, ну, стабильно раз в ранов 50, наверное, всегда почти. Или что-то около того, или даже чаще. Даже чаще, наверное, там можно почекать, по-моему, этой таблицы. Старты. Там благо как раз таки есть. Так что вот. То есть, по сути, стрики вроде стали даже легче. Особенно у Грега, посмотришь, вообще ни одного просто плохого рана. Типа, все раны по 15 минут. То есть, вообще ничего не прокает плохого. Все раны идеальные. У меня такого никогда, по-моему, не было в этой... В Автоберс Плюс. И типа сейчас тоже, я вот играю, у меня уже, сука, там был стрик 4, когда я сдох, как идиот. Первый стрик, да? Или 5, ну 4, может, раны. Сейчас уже 31, уже 35 ранов сделал. И вроде я еще ни разу, по-моему, вообще не страдал никак на Едене. Все равно Еден, походу, будет каким-то дико скучным. Ну, либо будет ТМ-тренер, и просто он будет всем стрики ломать, потому что ТМ-тренер это долбоебский айтем, абсолютно бессмысленный. Который, тем более, и софлочит тебя хер знает как. Которым ты не сможешь пойти в час, потому что полароида нет. И так далее. Короче, потрясающий, гениальный айтем. Тринка, по-моему, она делает этих фамильяров в магазе. Но вот насчет того, хочу ли я их там видеть, это вот вопрос более интересный. Возможно, не хочу. Может быть, не хочу. А, да? Значит, я его просмотрел. Видимо, опять самый интересный ран, и не могу поставить на Грега.
У меня был один ран, по-моему, 4 дэмэдж или 3 стора дэмэдж чем-то был. Ну, типа, там на самом деле дэмэдж тоже это не всегда показатель. Типа, у меня был ран 3 дэмэдж, а там, типа, были куча тир-эффектов, и то есть там как бы оно вообще не ощущалось, что там было 3 дэмэдж. То есть, на самом деле, тут тоже уже тут все довольно двояко. Типа, дэмэджа бывает в игре дают мало тоже. Это бывает, что типа у тебя 5 этажей, 6, ни одного дэмэджапа, но ты находишь всякие там слезы какие-то прикольные. Короче, жить можно. Потому что, в принципе, это без обмана. То есть реально стало в игре больше эффектов всяких мемных. И ты их стал чаще видеть, чем раньше. Типа, модификаторы слез. То есть, чтобы реально прийти в чест, и у тебя не было вообще ничего. По-моему, это будет очень редкий ран будет, чтобы у тебя вообще ничего не было. Вот вообще, вообще ничего. Типа даже в прошлой игре это была дикая редкость, но там такое у меня было. Типа тут 1000 ранов, у меня может таких ранов на 5 наверное было, наверное. Где типа я пришел в чест, у меня там, грубо говоря, бейс дэмэдж, или может какая-нибудь орбиталка, какая-нибудь хрень. Типа, чтобы хоть как-то можно было выживать, типа и хп было. Может быть. Или там всякие свечки еще раньше были. Типа свечки раньше спасали раны, где не было нихера. Потому что раньше ты мог ролить магаз. Сейчас ты магаз не ролишь, потому что ролов нету. В магазе рестока просто нет. Я до сих пор не видел ни одного рестока ни в одном магазе. За уже месяц игры. Правильно? Уже больше месяца игры. Ни одного не было до рестока ни в одном магазе. Ни в нормале, ни на харде. Я причем играешь на нормале периодически. Я там эти один чар все пытаюсь найти нормальный сит. В этой игре. Так пока его не нашел. Блин, вчера был ран хороший. Вчера обидно было. Опять этот ебаный кардридинг. Нашел меч. И, сука, кейвс один просто ебаный фулл клир. И потом все имперары. И, сука, таран на секунду медленнее, чем мой PB. Типа 5.32, это сраный. Таран был бы на 4.20, или 4.15, наверное, был бы. Там просто дикая потеря времени была в кейвсе первом. Просто фулл клир из-за двух плохих телепортов. Типа там, по-моему, был... Мун или Старс? Я, по-моему, взял Старс, потому что у меня был Мун. Типа, оба телепорта просто в какое-то невероятное окно. Ну, ничего. Еще, может быть, дофарм эту категорию, чтобы я уже тоже забить ее нахер. Чтобы больше к этому не возвращаться. Тем спидраном. Надо ее доколоть. Замедление. Не фанаты такого замедления. Там теперь только через карту можно листок машину в магазин сделать, вроде бы. А, через джаджмент с вопросом. Это я уже делал, да. Ну, типа там где угодно можно сделать листок, в принципе. Там она где угодно ставится. Это пасай. Тут. Тут. Давай. Так, я сейчас сделал себе ангельскую, да? Наверное, и пофиг. В принципе, ангелы я вообще теперь ничего против них не имею в этой игре. Господи. Эта игра сделала из меня любителя ангелов. Это ужасно. Библия, это правда, там, скорее всего, будет Библия. Спасибо, Розари, за это. Реально теперь ангелы стали, ну, по крайней мере, по-моему, не хуже дьяволов, как минимум. А может быть, даже уже и лучше. Надо, типа, опять же, это изучать. Смотреть, типа, какие сделки прокают в среднем и там, за ран. За дьяволы все еще есть хорошие, но... Они, во-первых, стоят очень дорого, во-вторых, они прокают, ну, когда как. Не всегда. Какой-то, по-моему, скам. Что-то я уже отдал 1 000 000 хп, и не получил вообще ничего пока, да? Даже ни одного соулхарта не получил. Ой, меня опять наебывают. Опять наебывают. Ангелов бафали, там скорее дьяволов понерфили, а не ангелов бафнули. Ну или и то сделали. Типа там у ангелов появились интересные айтемы. Очень интересные.
А дьяволы стали стоить намного дороже, потому что теперь ты не можешь, например, брать. Например, у тебя типа одно красное, два синих. Ты не можешь взять Брим за одно красное, оно будет стоить одно красное, два синих. Типа того. То есть они сильно цены изменили на сделке. Они стали очень дорого стоить. И плюс добавили всякого мусора. Много очень. Ну, не мусора, конечно, типа ластиблот, там всякие эти айтемы, они, конечно, полезные. И блоди ласты всякие. И квартер за одно красное 25 копеек, конечно, мега полезно. Но. На самом деле, конечно, нет. Госусол хард за миллион красных, окей. Поехали. Но в целом пул дьявола стал, ну, совсем мемный. И новые айтемы, которые они там понадобавляли, в основном полное говно. Вот в основном. Вот реально с дьявола новых айтемов хороших. Прям вот реально мега хороших уровня того же. Там ножа Брима нет ни одного, по-моему. Так что вот. Я не буду лочить, наверное. То есть просто, ну, ангелы стали более интересными. Какой пакт? Чё? Или ты Death List? Это ж не пакт. Это же Death List. Типа там новый этот бэбик, который... Лил Абадон, который Лил Маф. За 2 хп. Ну вот полная же хрень. Типа за 2 хп маф, которым еще хер нормально можно пользоваться, потому что он где-то в жопе стоит, у тебя там, типа, своим-то мало не особо удобно пользоваться порой. То есть просто худшая версия мава за те же 2 хп. Ну классно. Типа айтем, который свечает эти сделки, типа, и магаз, типа их механику, ну, это магаза и сделок свечает, ну, тоже, блядь, такая себе польза. Типа там слезы, которые типа эти новые, которые телепатически, как-то хуй, я даже название-то не помню, тихай там второй дэмэдж дает, ну типа более-менее, наверное. Там хотя бы дэмэдж дают. Вот реально, типа на дьяволе ничего интересного нету из новых айтемов, что прям ты хотел это прям там взять и убежать. Ни хера нет. А вот на ангелах там нормально. Там они нормально, там, блядь, и меч завезли, и, блядь, новый брим какой-то завезли, и какой-то мультиплайер, хоть пускай маленький, тоже завезли. С хелсапом, типа, который этот... Какой-то там хард, забыл уже там название. Который, типа, с планет, который у меня был в прошлом ранее. Что-то еще там было. Там, типа, приколов стало много. Так что реально теперь, в принципе, дьявол, ну, скипается вообще легко. Потому что раньше бы я, например, бы лочил просто всегда. Типа, видишь, там, не знаю, ебаного какого-нибудь шейда, берешь его и лочишь, потому что знаешь, что ангел говно. Ты там, типа, ни хера не сможешь найти, ну, почти 100% в прошлой игре. Там я лочил просто всегда, при любой возможности. Если у меня хп есть, типа, я всегда лочу. Привет, Дринк. Так что вот. А теперь, типа, видишь этого дьявола и как бы скипаешь и вообще не паришься. Что его скипаешь? Вообще пох. Godhead. Ну вот Godhead они понерфили, это грустно, да. Godhead стал сильно хуже. Опять же, ты его, конечно, берешь, если вот ты его видишь, очевидно. Хотя вот теперь, если, например, я увижу Godhead и Sacred Heart, я почти точно буду брать всегда Sacred Heart. Вот вообще всегда, наверное. Типа это иногда еще когда-то был выбор. Теперь, по-моему, это вообще не выбор. Причем даже, может быть, с пирсингом даже. Возможно, Godhead того уже не стоит. Возможно, даже с пирсингом. Это не факт, но вот надо тестить. Ого. Прикольно. Прикольная скидка. Не, просто раньше, например, если у тебя были косы, Godhead с косами сильно лучше, чем косы с Sacred Heart.
Потому что там аура трахала просто ебануться как. Там все упиралось в ауру. А ауру они понерфили в жесткое просто мясо. Понерфили ауру. Я теперь не уверен, что это будет лучше, чем сакрит косы. Теперь, возможно, нет. Раньше это наверняка было лучше. Потому что там просто аура, она типа всю руму просто уничтожала. А куклу, по-моему, называется он Дами. Там типа вводи Г про пробел Дами. И там, наверное, выдаст. Там будет примерно понятно, что по демоджу происходит. Пофармим. Я его не задел. Я что-то говно. Ты кто? Сейчас посмотрим. Где он? I'm taking damage, I have a chance to explode and deal бла-бла-бла damage. Короче, мистер мегабомб эффект. Что-то, наверное, не надо мне это. А, не залетел. Так, господи. О! Удачно. Брелок, короче, он в магазах спаунит бэбиков. Вместо магазинных айтемов. И вообще, типа, это не факт, что хорошо, но что-то мемно. Вдруг кто-нибудь найдем полезного. Он орбиталку на шлем. Там тем более тирайтмы дешевые. Причем они при этом еще, по-моему, стоят по скидке, да? Ведь они же стоили 10. Даже без Steam Sale стоили 10. Там, походу, еще и цены на них пониженные. На бэбиков. Я не играю Альт Эдена досталочек. Мне пока не интересен. Так Иден написано обычно, алё. Ну Иден. Иден и есть. Их же теперь два, есть Иден обычный, есть Тентит Иден. Вроде Иден и есть. Это же разные Идены. Там теперь же у обоих, у всех этих персонажей есть типа альты. Вот типа есть обычный, есть необычный. Мы играем на обычном. Пока что. Да, у Альта Палеона мухи с демеджем скелец. Он довольно сильный персонаж. Господи, блять, ёбаная эта крыса, умри. Нет, детей, тут крит. Подай скидку еще одну, будет еще дешевле этого. Прикольно будет. Дай скидку. Жмот. Как-то хобби мало красного. Мальчика не дофармлю. А надо, чтобы он осаду пропал. Блин, этих, конечно, бегеров стало фармить сильно сложно. Которые на хп. Сильно много не хп жрают теперь. Сильно дорого. Д
Две скидки дают просто больше скидку. Нет, айтемы бесплатные не будут. Это я знаю. Просто будет скидка еще больше. Там что-то максимальная скидка, по-моему, 75 что ли процентов максимальная скидка сейчас. Дальше уже нет. Типа все еще можно ломать через это. Всякие дип-покетсы, например. Или сделать миллион скидок с этим, с часами и букетпенни. Чтоб эти айтемы постоянно дешевые были. Вот смотри, твари. Просто все хп отобрал. Мелкий пес. Пошли теперь хп фармить. То есть синергия все еще есть, но синергия гораздо более слабая. О! Вместо шупа. Беркано. Вместо шупа. Блин, я люблю шуп. Правда, я и хп люблю, и маппинг люблю. Фак, сложно. Так. Пургатория. Godhead Soil, лучше Sacred проверил. Не, у нас вопрос же был не про Godhead Soil, а про Godhead Sacred или Godhead... Ой, господи. Godhead Cost или Godhead... Или Cost Sacred. Вот что лучше. Вопрос про это. Привет, Керли. Excited. О. Это можно взять на ту херню. Привет, подскажи, почему после выбора над боссом появляется айтем за сердце? Потому что ты, наверное, нажимаешь Satanic Bible. Библия теперь, она меняет айтем с босса на сделку. Если ты жмешь ее до босса где-то на этаже. Новая механика. Excited. Ладно. Будем играть с его. Хайрофант еще сюда же, окей. Еще бы нет. Тупо все хп. Ну, бейс дэм, кстати, пока да, ни одного не было дэмэджапа. Вот, кстати, типичный ран. Как бы вроде нихера нет, а вроде как бы и не паришься. Особо даже не ощущается. Хотя я пока ничего не нашел, правда. Упакован этого лунга и пургатория, которая вроде игру крашила. Вроде они это пофиксили, вроде оно больше игру не крашит. Не дай, сука, бог опять краш, вот я же нахуй сгорю. Вчера уже, блядь, таран приебал из этого краша. Ты хилер. Бей его. Хп-то. Кто? Экспериментал. Рейндж. Ура. Быстро биталки это худшее, что придумал в своей жизни Макмиллан. Не думаешь, это он придумал? Вообще не думаю, что много что тут сам делал. Ну, вернее, даже сам придумал-то. К тому же, работает другая команда. Но да. Орбиталки быстрые, довольно херовые. С ними стало неудобнее играть. Именно в плане орбиталивания. Сегодня в ране упал PHD и фейк PHD, но синергия... По-моему, это не синергия. По-моему, у тебя просто будут и плохие, и хорошие таблетки. Вроде, да? Вроде у меня такое было.
Не так давно. Опа. Галп, давай. Галп. Дес, это чё-то я не помню. Не, не важно. Ой, а флеш вообще орбиталки были бесполезные. Там они были только для блока слез, их вообще было невозможно использовать. Вот, видимо, мы туда и вернулись. Ну, почти. Попытка. Ну, ведь реально же все делается, и это очень сильный взгляд на флеш Айзека. Потому что там все, типа, фанаты этого флеш Айзека. Особенно этот Килберн, типа, главный разработчик. Он дикий фанат Вотла. Это очень сильно ощущается по этому DLC. Спрайты многие вернули. В принципе, игра стала чуть больше похожа в чем-то на Вотл. Опять сделка. А! Слишком близко от входа костер. У меня нет уже такой реакции. Я уже старый человек. Не могу среагировать. Ладно. Ни одного. Ну и ладно. Я ебал Джейкоба и сова. Привет, Либра. Какие подробности? Это ты про обычный или про альтернативный? Обычный же будет нормальный. Вот альт ебаный. Там вот этого брата бегать заебывает. Сильно душно. Типа обычно хотя бы довольно мощный. Потому что я по сути считаю как дабл дэмэдж в каждой руне. Если типа не проебываться. В этом большой плюс. Хоть типа играть неудобно, но типа один хер это приятно. Включи do you pay taxes? What taxes? Word is word, I don't know what it means. Где ключи? Налоги, я знаю, что это значит. Ключ. Там же был Хэнман, да? Мне что-то не приснилось? Это приснилось, там была фулл карта. Рассинхрон бывает, да. А, Библия была, господи, вот что. Вот что я увидел. Точно. Слушай, я Библию только сейчас увидел, нихера себе. Розари Старт, Библия только сейчас прохнула. Библия долго запрягала в этот раз. Поздняя Библия это. Поздняя. Это дабл прок карт. Опять энергия. Кайфово. Император! Император, давай сюда. Император люблю. Да, в общем, Библия это еще и в нормальном месте. Там, где, в принципе, ей место. Тоже удивительно. Ура, у нас хорошая карта прокнула. Так, ну нет, Библию я свой брать не буду все равно. Бусраш, бусраш немножко в говне. Мы немножко не успели. Сюда зайти. Ну, наконец-то. Наконец-то мой минус дэмэдж, минус тирейд прокнул. Я так его ждал. Ура. Блин, тоже хороший айтем. Но не. Маппинг хп в приоритете. Так. Ага. Скипаю таблетки, разве? Может быть. О, я уже не пойду обратно, мне уже лень. Может, там была какая-то таблетка бесполезная? Я уже не помню. Я в порядке, у меня 3 дэмэдж, я в порядке. Мне норм. Мне норм. И как он кружится? Прикольно, он кружится. Ах ты лапа.
за лапы. Лапы прочь. Да стой, я бы, наверное, не отказался бы, да. Чего бы нет. Ах ты, паук. Так. Ух. Вот это сделка. Вот это я понимаю, сделка. Можно было полароид, только нужно хер с ним. Так. Еще одна рума. Чнись! Тормоз. Ace of Clubs. Можно взять на большую руму, наверное. Где же пины? Чтоб пинов не было давно. Игра поломалась. Где мои пинята? Так, Ace of Clubs. Время Ace of Clubs. Здесь там будет много бомб. Бомбы стали мега полезные. Потому что они бомбы бафнули по дэму уже неплохо. И снова стали сильно полезными. Пойдет. Того не стоит. Вперед, ребус. Я бы было там два даха поищу в запасе, окей. А потом вернуться. Ай-яй! Меня запутали эта противная рума. Походу узкие. Так. Ага. Лети. Нормально. Сделка и опять какое-то говно. Ладно, давайте полароид наброхнем. Чисто ради полароида. Траузи. Ну, Импера все-таки она будет лучше. Нормально такое лицо было в прошлой руме. Даже не заметил. Но, может быть, какашка дает святая ауру, в которую у тебя... Короче, при получении демоша она прокает говно. Там, короче, аура, если ты в ней стоишь, ты получаешь, по-моему, демоша тир рейд. Причем, по-моему, раньше было только тир рейд. Сейчас, типа, мы сделали небольшой демошап тоже. Внутри нее. И, по-моему, еще теперь ты получаешь там хоуминг. Если я не ошибаюсь. Ну, типа, такое. Она ломается быстро. Сложно ее контролить нормально. Чтоб не поломать. Крайне редко полезная хрень. Но типа полезная хрень. Полезная, правда, для фарма полезна. Вот, фармить нормально. Типа она прокает, когда ты какие-нибудь эти автоматы фармишь, мальчиков фармишь. И там в авре ты имеешь шанс демедж скипнуть. Вот еще плюс этого говна. Фредди же ебан. Короче, для фарма нового. The world.
Ну, вот 3 дэмэдж, типа, ты, типа, ну, вообще вроде не обламываешься. Бэбики есть, конжоинт есть. Вроде играется, даже может импер не нужен. Вероятно. Но сколько же я его заиспользую, конечно. Типа раунд 30 минут. Раньше такого не было. Раньше у тебя, если был 3 дэмэдж, ран был говно почти всегда. Ну, почти всегда. Это было что-то странное. Если у тебя был 3 дэмэдж, то тебе драли. Это было что-то нездоровое обычно. Теперь, типа, это просто норма жизни. И, как бы похуй. 3 дэмэдж и 3 дэмэдж. Типа, если бомба есть, то вообще не паришься. Бомбами можно даже сейчас проходить сейчас. И у тебя много бомб. Бомбы стали просто жестко убивать всех. Типа Айзека можно бомбами вообще, по-моему, закидать в нахер, там, за 15 бомб, наверное, умрет, если не меньше. То есть какой-то мем. То есть, по сути, для победы нужно стало еще, типа, меньше найти вещей, чтобы, типа, игру пройти. Теперь нужно еще меньше, а не больше. Все, по-моему, в итоге все получилось наоборот, по-моему. То есть они сделали, типа, сложный альт-раут. Он типа сложный, наверное. Но да, обычная игра стала, походу, наоборот, легче. Ну, типа, да, если делать стрики в альтраут, там, наверное, жопа будет. Потому что там, типа, пиздец, рубы конченые. Румы конченые, боссы конченые, там все конченое. Че я встал с него? А тут, типа, вроде норм. Типа, реально, сейчас пришел без билда, главная бомба сохраняй, все. Типа, закидывай всех бомбами. И билд как бы особо-то и не нужен. В таком раскладе. Короче, мем. Я ожидал, что будет наоборот сложнее, в итоге реально, по-моему, стало как-то проще даже жить. Вроде они, типа, убрали эти, всякие там убрали. Рестоки, пулы немного, типа, похерили якобы, ну. И типа, похуй. Но типа делать стрики всякие в корпусы я не хочу. Чё-то я особо это не оценил. Конечно, может, ради прикола попробую. Чё-то в целом, типа, все эти альтрауты, они, конечно, прикольные, но, по-моему, это, типа, сделал анлоки и забыл про них. Не думаю, что я буду прямо их играть потом. Не, просто я сравниваю с тем, что было до этого, робот Брауни. Я ж понятно, что я со своей колокольни смотрю. Просто что мне пока что кажется, что и прошлая игра была более сложная. Типа в этом плане. Просто в той игре не было, понятно, не было матери, не было бестов, не было всей этой дресни новой, которая, конечно, ну, прикольная, я не спорю, но этого просто не было. Это типа не с чем сравнить. Я тебе могу сравнить чест стрик тот и этот стрик. И этот кажется легче. Поэтому я про то и говорю. Вот на самом деле, если они починят Делириума, это будет интересно. Если можно будет, типа, в него проходить всегда, к этому Делириуму. Потому что сейчас только через хаша, на хашахе успеешь, поэтому, типа, делать стрики на Void, ну, это занятие довольно